Всем привет, дорогие господа! С вами ваш любимый блогер Александр Чиж. Я как раз решил разобрать такую интересную тему, почему наши маршрутки такое дерьмо, конкретно сказать. И в чем именно смысл именно создания их. Я вот что скажу. Есть, конечно, то, что, по моему мнению, маршрутки мне не нравятся, например. Потому что это неудобно. Есть, правда, те, конечно, индивиды, которая восхваляет этот подобный вид транспорта. Я не Айова, и я не вижу смысла знакомиться в маршрутках. Именно, может, ей это и нравится, а мне это, разумеется, не нравится. Почему этот вид транспорта? Да потому что, смотри, во-первых, ты едешь в толкучке, едешь именно, едешь в толкучке. Вроде в маршрутках нельзя вроде стоять, а при этом маршрутки набиваются битком, что это для меня очень неудобно и неприятно для меня, когда кто-то толчется, какая-нибудь там, я же мать какая-то со своими детишками, то какая-то там жирная тетка, потом какая-то там противно вот именно пот, и причем и все это идет под оргазмический запах бензина и пота, и водители, естественно, зэки, конечно же, бывшие зэки, потому что им же надо где-то работать. Вот, и поэтому это очень неудобный вид транспорта. И к тому же я знаю, что я музыкант. Я играю на аккордеоне. И для меня на маршрутках перевозить мой дорогой аккордеон Юпитер, это для меня нелегко. Потому что мы знаем, что мой аккордеон Юпитер, который я тащу, он для меня очень, во-первых, тяжелый и дорогой. А в маршрутках, мы сами знаем, неудобно его перевозить. Потому что какие-то там, именно какое-то быдло возьмет и может пырнуть аккордеон. А аккордеон у меня, между прочим, бешеных денег стоит. Вот и все. И поэтому маршрутки это очень неудобная вещь. И к тому же, между прочим, в развитых странах Европы их нету, этих маршрутов. Их не существует. Вот мы знаем, в Германии, например, я был вот в Швайнфурте. Там нет маршруток. В Италии нет. В Австрии есть? Нет. Во Франции есть? Нет. В Польше есть? Нет. Да их нигде нету. Потому что, кроме какой-нибудь Африки. Там в Африке есть подобные, там, матату. Но мы не в Африке живем, мы живем в Европе, считай своего рода. И это надо понимать в этом плане. Так что маршрутки это очень неудобно. И вот поэтому я считаю, это, конечно, мое мнение, я его, конечно, не навязываю. Это, я считаю, что надо ездить на удобном транспорте. Это на автобусах и троллейбусах. Вот такое мое мнение. Но никак не на этих маршрутках. Но кому-то, может быть, как Айове нравятся маршрутки, ну, пожалуйста. И я никому ничего перечить не собираюсь. Вот и все. Так что, с вами был ваш любимый блогер Александр Чижов. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Делитесь видео. Пока. Удачи.